Навыки добровольных пожарных команд, точная документация, шлагбаумы, запрещающие въезд в леса. Межведомственная комиссия оценивает и теоретическую, и практическую готовность к жаркому сезону. В урочище Солянка, к примеру, проверяющие обнаружили неубранные ветки возле леса и жилых домов и сделали замечание администрации Сеймского округа. Прежде всего, конечно же, быть в готовности непосредственно и система оповещения населения в случае возникновения пожара. Кроме того, должны быть в готовности средства тушения пожаров, то есть это и ранцевые огнетушители. Также рассматриваются комиссии готовность инженерной техники для того, чтобы можно было использовать в экстренных ситуациях. Комиссия завершит работу 17 марта. После этого подготовят акт о готовности всех муниципалитетов. В целом по области к тушению природных пожаров могут задействовать около 8 тысяч человек и более 1900 единиц техники.